Приближается главный праздник для жителей России – День Победы. В преддверии этого памятного события телекомпания «Кунгур» представляет вашему вниманию рубрику «Песни Победы». При поддержке депутата Законодательного собрания Алексея Золотарева в программе «Город новостей» на экране будут появляться фотографии участников Великой Отечественной войны, предоставленные потомками героев. Выпуск рубрики «Песни Победы» смотрите прямо сейчас. Проект состоялся при поддержке заместителя председателя Законодательного собрания Пермского края Алексея Владимировича Золотарева. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светила, спадая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. Как будто вновь я вместе с вами стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Рубрика «Песни военных лет» выходит при поддержке Дома мебели «Вернисаж».